деятеля искусств имени Загира Исмагилова Владислав Муртазин. Солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Назгуль Ибрагимова. Камерный оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Дирижер, солист Башкирского государственного театра оперы и балета Сергей Сидоров. Приятного вам вечера. Я здесь не буду.
Thank you.
Дорогие друзья, сегодня в арт-квадрат снова звучит орган, и перед вами сэмплерный орган Hauptwerk, в котором содержится банк звуков нескольких реально существующих исторических органов мира. Концертную программу открыла Чикона Пахельвеля, которая прозвучала на виртуальной копии голландского исторического барочного органа 1742 года. Две церковные сонаты Моцарта прозвучали на небольшом церковном органе 19 века, который сейчас находится в Англии. И прямо сейчас, пока я заполняю эту паузу, происходит переключение на копию симфонического органа 19 века из кафедрального собора Нотр-Дам-де-Метц. Thank you.